Хочешь, издай книжку. А хочешь, сойди с пути. Я ничего не вижу. Боже, куда идти? Запаяны окна глиной, как люди тут живут, Господь, я пришла с повинной. Ее положу вот тут. Вот рукопись на, Господи, в прозе или стихах, заповеди коростую связали мои уста. Я очень старалась, Господи. Там сказано: не суди. Ты знаешь, как это сложно. Ты сам-то здесь поживи. Да, у тебя уютно здесь, ты как это все создал, Боже. Мои минуты объемнее, чем паруса. Я в них кладу вечность, несу ее на руках. Ты знаешь, что человечность в людях не отыскать? Ты знаешь, они звереют, стоит сказать «уйди». И как с ними жить, Боже? Хоть ковриком у двери ляг и смотри на это, смотри. И не негодуй, здесь дети в лицо смерти, смотря сквозь призму пуль. Здесь каждый стреляет, Господи, на вылет убил, ура. Озноб покрывает кожу, Господи, мне пора. Я очень устала, слышишь? Хоть ты меня не просил, я словно спустилась свыше по лестнице без перил, теперь я боюсь подняться. Господи, высоко, стихи сквозь меня льются, как будто я решето. С тобой мне намного проще, с тобою так хорошо. Сквозь толщу сомнений, Боже, ты внутрь меня вошел. Как 10 лучей солнца, как 40 ночей без нас. Спасибо тебе, Боже, спасибо.